Здравствуйте, меня зовут Югова Оксана. Я хочу рассказать вам об английском в США для русскоговорящих. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что английский – это государственный язык США, он будет неправ. На самом деле английский не является государственным языком Соединенных Штатов Америки. И если быть точными, в США вообще нет государственного языка. 33 миллиона американских граждан дома в Америке говорят на своем родном языке. По-испански, по-итальянски, по-китайски, по-немецки и по-русски. Кстати, русский язык за последние десятилетия вошел в первую десятку по распространению в США. Возможно, для многих это будет сенсация, но Нью-Йорк является столицей русскоязычной Америки. 600 тысяч русскоговорящих американцев проживают именно в самом городе Нью-Йорке. И 1,5 миллиона живут в окрестностях Нью-Йорка. В первую десятку городов, где очень сильно распространен русский язык, входят Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Бостон, Филадельфия, Вашингтон, Майами и Балтимор. Носителями русского языка в Америке являются 5 основных национальных групп. Это русские, украинцы, молдаване, белорусы и выходцы из прибалтийских стран. В США развиты русскоязычные СМИ, газеты, журналы, интернет-сообщества, радио и особенно телевидение. DirecTV ретранслирует 4 канала на русском языке, а компания Russian Media Groups предлагает своим пользователям пакет RTN Platinum, включающий в себя 8 ТВ-каналов и 4 радиоволны. Однако факты остаются фактами. Но именно английский язык мгновенно и легко открывает перед новыми иммигрантами заветные двери и очень расширяет территорию успеха. В настоящее время в Америке разработаны и используются более 600 программ интенсивного изучения английского языка. В зависимости от цели дальнейшего использования предлагается к изучению базовый, деловой или академический курс. ESL – English Second Language – английский как второй язык. Это самая эффективная программа изучения английского как второго языка. Находясь в Америке, легко найти как платные, так и бесплатные школы изучения английского языка, где можно пройти полный курс по индивидуальному плану и даже сдать необходимые языковые тесты. Мой совет – изучайте английский язык еще дома, до приезда в США. Это намного облегчит вашу адаптацию в Соединенных Штатах Америки.